Всем салют, меня зовут Иван Реверс, я участник музыкального коллектива Добро. Вы смотрите Сэмплирование, и в сегодняшнем выпуске мы разбираем трек Басты и Смоки Мо «Старая школа». Это качает, такому не обучают. Иногда это включает спящих, отчаянных манит. Напоминает шаманские ритуалы. Слова прыгают на биты, будто импалы. Трек начинается со звука полицейской сирены, и вместе с ней играет синтезатор. Это основная мелодия. Фоном играет вот такой пад. Сейчас я сыграю эти партии вместе под сопровождение сирены. Дальше должен вступать вокал Басты. Я вырезал этот вокал из трека. Добавил дилей. Послушаем, как он звучит с другими партиями. И дальше вступает бит. Бит вырезан из библиотеки сэмплов. Давайте посмотрим, из какой. Отдельно этот бит звучит вот так, здесь зациклены полтакта. И осталась последняя партия, это партия баса, и она с эффектом сайдчейна. Давайте ее разберем. Здесь две ноты, это си бемоль и ля. Иногда проскакивает ре. Давайте послушаем ее вместе с битом. Давайте соберем все эти дорожки вместе. Я буду играть партию баса и послушаем готовый минус. Слышите маленький кусочек сэмпла? Это просто тоже из хип-хоп коллекции звуков. Иногда в треке можно услышать вот такой кусочек сэмпла. Слушаем отдельно. С битом. Этот сэмпл тоже из хип-хоп библиотеки различных сэмплов, звуков. И вот здесь он так интересно применен. Не стесняйтесь использовать стандартные звуки, стандартные сэмплы. Из них можно сделать достойные и крутые хиты. Уже сейчас открылось голосование в группе сэмплирования за артиста, чей трек вы бы хотели видеть в следующем выпуске. Так что не забывайте, голосуйте. На этом все. Напоминаю, что я пишу минуса аранжировки под заказ, занимаюсь ведением мастерингом. Меня зовут Иван Реверс. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, следите за следующими выпусками. Ставьте пальцы вверх. Всем добра, мира, пока.